Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1528. События дня. 1 Тимофея 3:16. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 17 февраля 2020 года. Ну и обращение печатаем. Просьба, кто может помочь нашему старости приобрести комбайн. Для богатого, может быть, это и ничего не стоит, а бедные могли бы помаленьку кто помочь, могли бы, ну, тоже у каждого нужда своя. И ролики 4 про него, про Барабаша. Типография, ответ. Я сказал, какой там, я иду с посохом, вот это откажись от него, остальные сохрани. Вот как воспитывать детей, святые отцы, как говорят. Главное, притча везде, точка с запятой. Ну, интересно у православных. Даже не знает, как отделить. Ну, остальные там даже не показывают, не ссылаются. Интересное рассуждение. То есть я тут пишу, что он может ответить, Рустик. Не просто написать, а посмотреть, какая будет реакция. И предугадать полностью нужно, точно. И оно показало, что именно так. Дальше места писания. Я люблю защищать истину, а я не бесноватый. Вот. На это ничего нельзя ответить. Хорошо.
считайте, все написано. Ехать думает. Я ему отвечаю, как. Это я пишу о Федотовом Андрее. Постригся он, ловцы человеков. Вот его 4. Сейчас у него задача набрать больше подписчиков. Какой-то доход с этого имеет или что-то. Ну, прямо рассуждает, как мирской человек. И спрашивает, кто, как он вначале был. Я его видел, даже не знал, кто он. Но сидит и говорит где-то отдельно в машине. Я понимал, смута большая у него в душе. И сказать прямо-то боится. Теперь что там отзывается о нем. Мирские это люди. Им интереса уже нет в нем никакого. Грели, поддерживали. Андрей Евгеньевич, уже не батюшка, так говорят. Я пишу, грех монотонен. Ступившие на стезю мирскую из полутьмы храма дали одинаково во всем опустошение в душе и в семье. И при всех усилиях выправить все на прежнее, пока вряд ли кому удавалось. Посмотрите на лица этих людей, они как под копирку начинают кривляться. Режут на себе поистлевшему и в конце уже ничего не имеют, чтобы завладеть вниманием публики. Они начинают показывать срамное по-вальтеровски. Вальтер такой священник, точно так же пошел. Вчера спрашивал, в каком фильме произносится фраза «Кто вы такие? Что за люди?» Вчера вспомнил и нашел 12-я серия фильма «Ликвидация» на 39-27 минуте до 46-11. Ну, 7 минут, это не так и много. Говорит, пес вся жизнь. Я говорю, ну какой пес выдержит столько побоев, грязи и покусов? Если какому псу достанется такая поганая биография, пес будет скулить и выйти, кричать. Вот мне жизнь досталась хуже Гусейновой. Живи, святый Бог поможет тебе дать, может дать хомут из серьезной вдовы жены, которая приберет твой скандальный характер до той степени, что ты будешь ежедневно молиться со слезами на могиле ее первого мужа и причитать. Нет, дорогой мой брат, тебе было еще жить да жить, никогда не умирать. Исправь свой суперскандальный характер с помощью Божией, увидишь просвет между тучами своего одиночества. В зареве полыхающей на горизонте тучи с прогнозом завтрашней бури и цунами. И за лучшее предженатое время посчитаешь того, кто метелил тебя табуреткой, заставлял ползать в лужи и как мешок с картошкой бутузил твою тушу бритую. Это тебе будет за курорт потом казаться. Он говорил об этом, был там врачом в Донецкой армии, там с ним как поступали. Ну и вот нашел про женщину.
Это места Писания. Можно запомнить. А тут наши стали переписывать, содружество, так с чатом называют. И вот они долго тут переписывались. Как пишет Достоевский по Анну Григорьевну, вторую жену его, когда первая умерла, что-то говорит, как мы сочиняли, до чего мы досочинялись. Как хорошо Лемеш отвечает, Дмитрий. Беда людей, что не могут смолчать. Можно прекратить разговор, помолчать, помолиться. Нет, в ответ надо что-то сказать. Ну и вот результат. Видишь, как я сам разберусь и проще. Ответы все не христианские. Поэтому мира нигде ему не будет никогда. Сразу раз отключается. Как не бежит? Если травма задела, то пальцами внутри кармана.
Нет, у меня в чехле он. Мне Надежда Васильевна чехол сшила. Нет, дело в том, что я уже в двух местах спрашивал. Говорит, у вас слишком большой телефон. Нет чехла. Может, где-то есть, надо еще поспрашивать. Дело в том, что я спрашивал, у меня там тоже в Билайне стоит, без нее нет никакого телефона. А мне сказали, что я насчет WhatsApp спрашивал, говорит, у вас хорошо будет. Ну вот все. Сижу, ролики закачиваю целый день. Помолиться надо 7-кратно в день. Это не просто так, это по 100 поклонов еще. Время надо. Помаленьку лещу глаз. Далее тут капли закапывать. Ну и как правило, кошки, смотри, тут подпол открывает, холод идет. Утром печку затопить. И время не хватает даже. Еще много не сделанной работы. Ну, на сегодня можем сказать почти все. Так, еще сколько людей звонили, вопросы задавали. Много печатать пришлось, отвечать. Некоторые в чат-рулетке много времени провел. А сразу узнали, а мы знаем, мы на ваш канал подписаны, мы были. А время-то идет. Смотрю, уже 2 часа. Хоть и не хочешь, но за обед сядешь. Ну и все на этом.